На избирательный участок 5097 в школе номер 154 пришла проголосовать депутат Думы городского округа Самара Светлана Макушева. Гражданский долг она исполнила вместе с семьей. Светлана рассказывает, ходить на выборы всем вместе уже стало традицией. На выборах участвуем всегда, потому что это действительно большая ответственность. И это очень важно, но мне кажется, каждому принимать участие в таком важном дне для нашей страны, области, города. Так как у нас большая семья и у всех куча дел, мы утром сначала приезжаем и голосуем. И, соответственно, дети всегда хотят в этом поучаствовать и сами хотят опустить бюллетени и проголосовать.